Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Кирилл, и сегодня, наверное, это мое самое последнее видео на канале. Идут слухи, что YouTube закрывают, и я не знаю, может быть, это правда последнее видео на моем канале. Раньше даже было то, что YouTube закроют, типа, ну, этого не произошло, слава богу. И это, наверное, мое самое последнее видео. Я, конечно, не хочу потерять и вас, и вообще YouTube. Я YouTube снимаю уже с 2019 года. Я начинал с телефона, потом начинал с компьютера, и сейчас я снимаю для вас видео и стримлю на YouTube. Но я не знаю, что мне делать и что дальше будет с YouTube. Я не знаю, что мне делать. И, короче, для этого я всю хочу свою аудиторию перекинуть на свой телеграм-канал. Может быть, там будут выходить все остальные ролики. Ссылка, если что, в описании. И я не знаю, что будет дальше. Ну, поживем, увидим. Так что всем спасибо за просмотр и всем пока.